Друзья, я с радостью приглашаю вас на концерт, который состоится в воскресенье в 19 часов 15 января в Международном доме музыки в новом зале имени Альфреда Шнитке. В первом отделении я буду играть вот на такой необычной гитаре, которая появилась у меня совсем недавно. И я вам скажу, это был некий вызов для меня, потому что когда ты более 30 лет играешь на 6-струнной гитаре, а потом добавляются еще 5 струн, то это довольно-таки волнительно. Специально для этого концерта, для такого инструмента, я сделала переложение виолончельной сюиты Иоганна Себастьяна Баха. Также в концерте прозвучит монументальное произведение выдающегося российского композитора Никиты Кошкина «Орфей». Во второй части концерта вас ждет встреча с мэтром российского исполнительства Вадимом Чебановым. Еще будучи студентами, мы равнялись на него как на эталон мастерства. Итак, друзья, приходите 15 января в Международный дом музыки. До встречи!